Маленький Савелий и его мама с нетерпением ждут появления нового детского сада в микрорайоне Олимп. Очень много детей у нас в детском саду. Здесь строятся новые дома, очень много молодежи. Много мамашек с колясками ходят, гуляют. Места в саду катастрофически не хватает. Маленький димитровградец четко знает, что должно быть в новом детском саду. Я бы сюда купил всякие там машинки, стол, поставку для машинков. Еще бы я купил игрушки, конструктор, чтобы домики делать. Еще я купил бы пазлы. Строительство новой дошколки находится под личным контролем главы региона. По поручению Сергея Морозова в понедельник вечером объект посетил председатель областного правительства. Александр Смекалин обратился к подрядчикам с просьбой не сбавлять темпы работ и пообещал любое содействие со стороны региональных властей. А главе администрации города дал поручение объявить в январе конкурс на приобретение оборудования для детского сада. Чтобы не получилось так, объект эксплуатации будет сдан, а оборудования не будет. Поэтому у меня здесь большая просьба к вам, уже, Слава Геннадьевич, этот вопрос тоже на контроль взять лично. Вот, если будет необходимость, там, соответственно, где-то помочь, будем помогать. На данный момент завершено строительство контура здания. В помещение подается тепло. Строители приступают к внутренней отделке. У нас на сегодняшний день уже назначен директор этого данного детского сада, и она занимается подбором персонала. Всего здесь планируется, что будет работать 74 педагога. Сейчас уже подбираются конкретные люди, которые будут работать в этой команде. Данная дошколка рассчитана на 240 детей. Одна из групп будет предназначена для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы. Наталья Васильева, Анжелика Боровинок. Наше время.